Всем привет! В этом видеоуроке я покажу простой и быстрый способ для изменения цвета чего-либо на фотографии. И сейчас мы попробуем изменить цвет вот этого платья. Для этого нам нужно создать корректирующий слой. Цветовой тон насыщенность. Далее нужно выбрать канал. Так как платье имеет голубой цвет, выбираем канал голубые. Далее выбираем пипетку и кликаем на платье. Для того, чтобы выбрать тоновый диапазон, в рамках которого будет происходить замена цвета. Теперь, просто перетаскивая ползунки, мы можем изменять цвет платья. Но происходит так, что изменяется не только цвет платья. Вот, к примеру, сережка изменила свой цвет. Для того, чтобы вернуть ей первоначальный цвет, нужно выбрать кисточку, здесь цвет черный и белый, кликнуть и провести вот так. Теперь сережка имеет свой синий цвет, который был в самом начале. Давайте же посмотрим, что получилось. Было, стало. Всем спасибо за внимание, до скорой встречи!